В комплексном центре социальной защиты открылась выставка «Вееров полет фантазии». Созданы эти удивительные работы руками ветеранов, посещающих творческое объединение «Канзаши» – Центра активного долголетия «Забота». Самое интересное то, что основа вееров – пластиковые вилки. Но глядя на то, как умело сделаны эти аксессуары, такое и на ум не придет. Мы с удовольствием делали их на занятии. Кто-то изготовил не один, а несколько вееров. Нам нравятся, и мы решили поделиться красотой с людьми. Пусть посмотрят и полюбуются, ведь недаром говорят, красота спасет мир. Наши ветераны везде успевают. К Пасхе они подготовили еще одну интересную экспозицию. Здесь представлены работы из бисера, ткани и других материалов. Все изделия удивительны, поражают фантазия мастеров-умельцев. Ветераны успешно освоили такие технологии, как виллинг и декупаж. На выставке «Дорого яичко ко Христовому дню» представлено 74 работы, и все они поражают своей красотой. Эти руки не знают скуки. Вот и сегодня удивительные женщины уже создают цветы, деревья и вышивку из бисера. Ловко блестящая бусинка одна за другой превращается в листья и лепестки. У нас домашнее задание бывает. Вот это домашнее задание у нас. Кстати, записаться в различные творческие объединения при Центре активного долголетия «Забота» может любой устюжанин. Главное – желание творить и делиться вдохновением с окружающим. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.